Жительница Якутска во время выгула собак обнаружила странную картонную коробку. Она заглянула внутрь и увидела там два увязших в клее бельчонка. Женщина забрала бедолаг домой, отогрела и попыталась отмыть. У нее не получилось избавить бельчат от клея, из-за чего она передала животных в руки сотрудников зоопарка, где им оказали необходимую помощь. Специалисты сообщили, что бельчата сильно замерзли, так как их мокрая шерстка совсем не грела. По их словам, шерсть грызунов уже не спасти. Животным придется подождать линьки, чтобы полностью избавиться от клея. В ближайшее время они останутся под присмотром людей.